Догоняй. Мы можем опоздать. Не пойму, зачем ты договорилась со своим миллионным братом встретиться опять и посмотреть на это чудо. Понимаешь, ему в прошлый раз очень понравилось. Я поняла. Чего? А, ничего, просто так, ничего. А, вот и вы. Ла-ла-ла, Валерий. Я прибежал еле-еле, отпросился. Ребят, ведь осталось всего один месяц, и мы расстанемся все. Да, но мы будем переписываться ВКонтакте. Где? Вы? Да, ну, а ты какая там? Не будем об этом говорить, я не хочу сейчас думать о своем доме, я хочу просто веселиться. В этот раз поедем на конях. Меня укачало после той поездки. И они не летают. Ну, сюда! Ну, сюда! У тебя что, буренка? Ну да, я ж корова. Мам, привет. Привет, дочка. Ну, сюда! Конь без хвоста. Ну, сюда! Самый крутой. Ну, сюда. Ладно, давайте все садиться уже. Ладно, поскакали. И-ха! Я доберусь первой, а вы потом. Я за ней поскакаю. Конь хромой, глупый. Оставайтесь с нами. Продолжение ровно через одну минуту. Я за ними. Хи-ха! Ты крутая. Лошадчик. Итак. Я поехала. Хи-ха! Доченька, больше никогда так себя не веди. Мама, не говори вот так вот. Ничего, что со мной? Иха, иха! Отслабляй! Да-да-да-да. Ой, простите. Я лечу! Лечаю! Я! Я прям туда. Не хочу быть девчонкой. Сейчас будет волшебство. Красотища. Лет 7 назад. Я ему как квадратичный трехчлен показал, он и... Он в кому впал. Сейчас опять не будет волшебства. Здорово, ну кони-то выдохлись. Опять острый зубик. Ой, не зубик звать. Сейчас будет прикол. Ай, садочка. Ладно, ребят.
Сейчас уже вечер, пойдем. Вот, сломалась, накрылся телефон. Принимайте. У нас ремонт. Ага, все верно. Пожалуйста, вот клавиатура западает, пятерка не работает. Не понял, с охранником думал, будет просто... А тут... Проснись. А? У чего ты мне? Чего? Посмотри, ну, чего мне? А я не на национале есть, я не против. Ладно, спокойной ночи. Мне таджики недавно клеили плитку, меняли обои, вот так.